Напомнить правила в преддверии Нового года решили и сотрудники ГИБДД. Сделали они это не совсем обычно, но уже традиционно перед главными зимними праздниками. На дороге Губкинского вышли полицейские Дед Мороз и Снегурочка. Инспекторы в костюмах сказочных героев останавливали проезжающие машины и поздравляли водителей с наступающими праздниками. Инспекция поздравляет вас с наступающими праздниками. Желаю вам быть бдительными на дороге, внимательными. В этом году в подарок автолюбители получали необычные открытки с обращениями от школьников. В них ребята просят взрослых быть аккуратнее на дорогах и не только. Желали внимательности, здоровья, ну и, конечно же, как у нас, благополучие. То есть, чтобы водители ездили не на стареньких автомобилях, а уже на более современных. Мне понравилось очень пожелание, где было написано: «Хочу, чтобы все водители ездили на лимузинах». Праздничный патруль поднял губкинцам настроение. Деду Морозу водители сигналили и улыбались. Акция продлится до Нового года. И, как надеются инспекторы, еще одно напоминание о необходимости соблюдать правила повысит сознательность участников дорожного движения.